Світлана Іваненко – психолог, психотерапевт. Вітаємо вас у студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброе утро. Поговоримо сьогодні про мрії стати принцесою. Я вже казала, що чимало дівчат мріють, коли виросту, хочу бути як принцеса, як королева. Чому ці мрії настільки розповсюджені серед нас, серед жіноцтва? І наскільки вони корисні? Для маленькой девочки они, безусловно, полезны, потому что девочка должна присвоить себе свою женскую суть, свою девичью суть, да? И читая книги, просматривая какие-то фильмы, конечно же, подсознательно маленькая девочка ловит женские образы. И какой образ самый красивый в сказках? Конечно же, принцесса. И для девочки это полезно, да, когда она примеряет на себя эту роль. Вот, когда она понимает, что она девочка, что о ней нужно заботиться, что она должна быть красивой, то здорово, когда это в маленьком возрасте. А когда мы уже вырастаем? А вот когда мы вырастаем, иногда эти мечты и эти детские желания, да, они становятся достаточно вредными, ну, неосознанными, но тем не менее мешающими. Потому что когда взрослая женщина сохраняет мечты о принце, да, и видит какие-то идеализированные образы мужчины или себя, желает видеть идеальной, да, и добивается там чрезмерного совершенства, забывая о своей истинной сути, о своей естественности, живости. Вот тут становится грустно, потому что погоня за чем-то призрачным, она мешает заметить ту реальность, которая есть вокруг, ну и тех мужчин, которые есть вокруг. Наскільки ж шкідливі є мрії жіноцтва щодо принца? Чимало зараз є навіть картинок, мемів у соцмережах, там де сміються, що дівчата завжди мріють про принців, завжди живуть казками. Але ж де вона у мегаполісі знайде того принца, якщо, наприклад, діснейські принцеси знаходили своїх принців, як не у вежах, так у лісах, і завжди десь вони ходили і мали вибороти цього принца для себе? Да, вот сказочная реальность, магическое мышление, оно здесь служит не очень хорошую службу для взрослых людей. Потому что сохраняя вот эти картинки внутри себя, сохраняя такие сказочные ожидания о том, как должно быть, да, мы тем самым мешаем своей реальной жизни. Мы ее как будто бы не реализуем, не можем ее обнаружить вот в том, что есть вокруг, и не можем заметить себя, желая вот превращать себя в некую идеальную женщину. Идеальная жінка, образ идеальной жінки, чим він поганий? Тому що ось особисто я завжди вважала, що якщо ти хочеш бути ідеальною, ти до чогось прагнеш, у тебе є ціль. Зараз же, з ваших слів, я розумію, що це трошки все ж таки шкодить. Стремиться хорошо и замечательно. Вот. Единственное, что важно признавать, что в каждом человеке могут быть разные проявления, да? И светлые, и иногда темные. Принцессы вот. Також бывают різні. Да, принцессы могут быть разными. Потому что если только говорить об идеальности, да, то здесь много несвободы. И здесь очень много такого предвзятого отношения к себе и, соответственно, к другому человеку. Вот. И идеализация, она в принципе, идеализация себя, идеализация отношений, идеализация партнера, она может сыграть не очень хорошую службу. Якщо образ принцеси є ідеальним для дівчинки, для молодшого віку, то як сучасній дівчині, жінці обрати для себе правильный образ, який варто наслідувати, і чи є взагалі цей образ? Дело в том, что в современном мире в многочисленных книгах, статьях, роликах очень много слов про то, какой должна быть женщина. Да? И вот то, о чем вы говорите, выбрать образ себя, популярно разъясняется, как это все хорошо и замечательно. Вот здесь есть одна ловушка. Дело в том, что выбирая некий образ, мы как будто бы его надеваем на себя как одежду, пытаемся надевать, не учитывая иногда при этом сути. Да? Ну, допустим, юная барышня рождается с буйным темпераментом.
да, и читает в модном издании о том, что девушка должна быть кроткой. И ей очень сложно совместить вот эти две категории, да, при том, что у нее внутри много энергии, она, по сути, любит идти впереди и вести за собой других, вот, а ей говорят, что нужно вот... А є навпаки тих італійніх дівчат, які прочитали, що їм необхідно бути буйним, їм необхідно брати ситуацію в свої руки, і це також, мабуть, проблема. Вот, так вот, о том-то і речь, що вибрати для себе некий образ, да, вот тот, который нравится, і тот, который кажется красивым, не совсем может быть экологично, потому что есть уже некая суть. Да? И если говорить о женщине, если говорить о юной девушке, то важно сначала понять, какая я есть сейчас. То есть не примерять на себя что-либо, не пытаться быть кем-либо, потому что это не совсем правильно. Это некое такое отступление от своей естественной сути, от своей неповторимости и уникальности. Каждая женщина уникальна. И важно обнаружить именно свою уникальность, именно свою изюминку. Завжди шукаю все ж таки вихід, якийсь запасні путі для того, щоб вирішити ситуацію. Ось варто знайти себе ідеально. А чи є певний алгоритм, як віднайти себе ідеально, якісь поради психолога, які допоможуть жінці досягти гармонії? Вот найти себя уникальной, скорее всего, да? Не идеальной, а уникальной. То есть обнаружить свою неповторимость. Обнаружить свою изюминку, чем я отличаюсь от других женщин, в чем мои плюсы, мои минусы, да, и здесь речь не об идеальности, речь о том, что вот именно вот эти черты характера, вот это несовершенство создает некий шарм, да, и если говорить о неких алгоритмах, то они лежат не в плоскости идеальности. Если говорить о неких советах, о том, как прочувствовать, быть, да, вот то, что там пишут, там, быть женщиной и так далее, то, пожалуй, в первую очередь все начинается с самоценности. То есть ценности себя как таковой, ценности женской, независимо от того, насколько там хороша, насколько успешна. Ценность себя, самоценность, самооценка, достоинство, признание своей собственной важности просто как человека. Да, потому что это та база, тот фундамент, на котором растет все остальное. Ну, можно говорить о том, что хорошо и замечательно, когда вот, выглядит женщина красиво, да, и это выглядит очень женственно. Но это уже такой внешний образ. Но для того, чтобы это было действительно ощущалось, для того, чтобы это было долго и давала ощущение удовольствия в жизни этой же женщине, да, важна вот именно такая вот вещь, как чувство собственного достоинства. А ось щодо образу, ось варто прийняти себе такою, як ти є, знайти плюси і якісь достоинства в собі. А ось чи є такі дівчата, які не надумують, що вони приміряють образ принцеси, які народжуються і ведуть себе як принцеси, що їм робити? Вот, так речь как раз идет о естественности, да, речь о том, вот какая я. Если они рождаются и ведут себя так, то это и есть их суть, это и есть их естественное проявление, и тогда здорово и замечательно, если это их. Тобто не варто переживати, що у дорослому віці, ну, відчуваєш ти себе принцесою. Вот так чувствую или хочу быть, да, это разное состояние. Потому что ощущаю – это изнутри, а хочу быть – это нечто, что я хочу примерить на себя и во что вжиться хочу. Ось так, дівчата, я так розумію, що дійсно, з порад нашого психолога, нашого експерта, варто прислухатись до власного «я», віднайти себе унікальну, не ідеально унікальну, я це вже зрозуміла, буду прислухатись. І наостанок хочеться від вас декілька порад для усіх наших дівчат і глядачів, які зараз, дивлячись наш телеканал, вже розпочали пошуки себе. Наверное, универсальными советами и универсальными рекомендациями в этом случае будет старайтесь быть счастливыми, потому что в первую очередь ваше счастье, наше счастье зависит от нас, да? И отношения мужчина может сделать нас счастливее. Цените себя и то, что вам дано при рождении. Это очень важно. Дано много, жизнь.
Дякуємо вам за такі весінні поради. І вже вкотре з вашою допомогою сподіваюся, що життя наших телеглядачів стає хоч ось настільки, але дійсно кращим і дійсно змінюється у кращу сторону.